Я считаю, что графа против всех, она имеет право на существование только в отсталых странах, в странах догоняющего развития, простите, по той простой причине, что в них не очень свободное политическое пространство. И эта графа является там отдушиной для разгневанного, или, как у нас любят говорить, рассерженного избирателя или горожанина. Вот он как груша в японских офисах, которая изображает из себя начальника. Ее каждый может поколотить. Вот пошел, выразил протест и вроде как сбросил камень с души. А вот в странах цивилизованных, там где можно и подобрать под себя ту политическую силу, которая тебя более всего адекватно представляет, ее не гнобят, эту политическую силу в верхах и так далее. Вот там эта графа, она бессмысленна. Я надеюсь, что когда-нибудь Россия придет к тому, что графы такой, во-первых, не будет, и, во-вторых, отменят, наконец, вот эту дурацкую, абсолютно бессмысленную норму о том, что нельзя агитировать в последний день, например, да, выборов. Какой в ней смысл? Нет никакого абсолютно.